Добрый день, сейчас мы сделаем Packet Tracer 10.1.5. Здесь у нас будет использование CDP для того, чтобы исследовать сеть. Давайте начнем. Итак, первым делом мы открываем админ ПК, командная строка, и подключаемся к Edge роутеру. Вот у нас уже заготовлена команда, копируем ее, вставляем, минус у нас пропал, добавляем минус L, минус L флаг для указывания, что мы дальше введем логин, по которому подключаться. То есть можно прописать просто SSH IP-адрес, тогда нужно будет ввести логин, пароль. А так мы прописываем SSH минус логин, минус L и указываем логин. И с этим логином подключаемся. Теперь нас просят ввести пароль. Копируем пароль. Paste. Enter. Готово. Подключились. Что дальше? Дальше нам нужно подключиться еще дальше. То есть мы подключились к роутеру, а нам нужно подключиться к branch сервер офису. Для этого мы отсюда же с Edge вводим вот эту вот команду. Минус L только. Все. А дальше мы подключаемся по SSH к следующему IP-адресу, который там где-то находится. И используя логин branch admin. Enter. И пароль для branch admin такой же. Paste. Готово. Так, не понял. Все. Со второго раза почему-то вошло. Так, все. Мы подключились к какому-то удаленному роутеру вот тут вот в сети, которую мы не можем открыть. Теперь нам нужно понять, что в этой сети находится. Для этого мы можем посмотреть интерфейс Brief, интерфейсы. Сделайте обязательно это. И можно посмотреть CDP. Show CDP. Видим, что у нас CDP не включен. Поэтому мы заходим в конфигурацию conf.t, cdp, run. Готово. Интерфейс S001. Заходим в настройку интерфейса. На этом интерфейсе мы отключим CDP. Как я понимаю, это интерфейс, по которому мы подключены сюда. То есть мы отключим CDP, чтобы не видеть Edge роутер. Так, no CDP enable прописываем, чтобы отключить CDP на этом интерфейсе. Все. And выходим из конфигурации. Хорошо. Теперь мы можем прописать show CDP enables. Paste. И мы видим, что у нас здесь есть сосед. Branch firewall. Вот он. Он где-то там находится, мы его не видим. Но он есть. И мы видим его host name. Мы видим интерфейс, по которому мы к нему подключены, и мы видим интерфейс, к которому мы к нему подключены. Но мы не знаем его IP-адрес. Но мы можем его узнать, введя команду show cdp neighbors detail, то есть более детальная информация о CDP. Так, и мы видим, вот у нас IP-адрес branch firewall. Также мы видим его тип, это роутер у нас. А hostname branch firewall. Копируем IP-адрес. Правой кнопкой копи. Хорошо. Теперь нам нужно подключиться к нему. Вводим тоже SSH-L. Тот же username, логин. И теперь вставляем вот этот IP-адрес. Копи, paste. Готово. Нас просят пароль. Копируем пароль опять-таки сверху. Paste. Вводим. Хорошо. Дальше. Это мы подключились к... Где я нахожусь? Мы вот тут находимся. Мы подключились к branch firewall. Show CDP. Он у нас включен. Да, он у нас включен. И мы можем прописать show CDP neighbors. Первую команду вставляем. Все. Что мы видим? Branch edge. Это, как я понимаю, то, к чему мы только что были подключены. И еще у нас есть floor, switch floor, которым мы еще не знаем. И мы можем ввести команду show cdp neighbors detail и опять-таки найти IP-адрес этого свитча. Вот он. И подключиться уже к нему через опять-таки SSH, опять-таки show cdp, смотрим cdp neighbors, и таким образом мы полностью можем исследовать эту сеть.
Вот, обязательно это сделайте и ответьте на вот это вот, на эти вопросы. Ну и вас просят сделать топологию, составьте ее, она там несложная. На этом все, пока.